Без мечты не проживешь. Один лишь черт без мечты живет. Человек без мечты, что птица без крыльев. Эти и подобные народные прибасенки да поговорки со сцены драмтеатра не звучали. Звучало, конечно же, другое. Ведь нынче опытные да стреляные с молодежью иначе делятся. Ежели хотят ее напутствовать и про важность мечты указать, они и без златоустных музейно-архивных выражений справляются. Например, устроив уже второй региональный молодежный форум, который так и называется «На крыльях мечты». И на форуме этом, пожалуйста, проникайся, молодежь, необходимостью ставить алые паруса, дерзать, мечтать и планировать. Для этого есть возможность, этому есть поддержка. В течение всего года мы проводили массу мероприятий молодежных, если точно, 1200. Принято в них участие 63 тысячи молодых ребят и девчонок. Кто-то из этих тысяч присутствовал в зале. Ведь, по сути, форум являл собой ряд выступлений и концерт с награждением отличившихся и замеченных. Так, награды получили победители первого регионального конкурса творческих работ «Мой президент». Задачей конкурса было формирование у молодежи активной гражданской позиции и расширение кругозора. Еще были подведены итоги традиционного ежегодного конкурса «Моя законодательная инициатива». Этот конкурс – возможность внести предложения в какие-нибудь нормативные акты, касающиеся молодежной политики. И да, инициаторами и организаторами форума «На крыльях мечты» стали Совет молодых депутатов области, региональный молодежный парламент, Ассоциация общественных объединений, Общественный союз Орловской области, региональное отделение «Единой России». В конце даже была принята резолюция, касающаяся направления работы орловской молодежи уже в следующем году. Наверняка известно, уж то-что, а помечтать ей доведется точно. Сергей Быковский, Алексей Нескин, телеканал «Первый областной».